Всем привет, с вами Полина Деш. Зачем мы тут сегодня собрались? Видео про блокнот Reckless Journal собрало очень много хороших отзывов. И я решила снять вторую часть. Итак, это вторая часть Reckless Journal. Думаю, что вам понравятся развороты. И вы какие-нибудь решите сделать в своем блокноте или примете это за идею. Поехали! Первый разворот, который я решил сделать в этом выпуске, это встань сюда, вытри ноги, прыгни сверху. Разворот у нас получился. Когда я прочитала задание, то я поняла, что при всем своем желании я не умещу свою ногу сюда. Тут я поняла, что помимо ног есть еще лапы. Как я фанатею от котов-воителей, меня на этот разворот вдохновила любовь грача и листвички. Очень получился хороший разворот. Следующий разворот, который я хочу сделать, это изрисуй кругами всю страницу. Разворот у нас получился. Вот перед этим разворотом посмотрела три последних серии Gravity Falls. Тут скала, и тут шар с Мейбл. Кажется, что он получился очень хороший. Следующий разворот, который я хочу сделать, это выбери слово и испиши им всю страницу.
такой разворот у нас вышел. Я выбрала слово Диашка. И тут я написала разными цветами Диашка. И еще я сверху, как вы видели, покрыла вот этим бежевым надувным фломастером. Следующий разворот, который я решила сделать, это представь, что машинально рисуешь на конверте, разговаривая по телефону. Разворот у нас получился. Мне, кстати, очень нравится вот этот конверт, который я сделала. Типа, мне прислали, кто-то прислал. А тут, типа, сообщения, все вот эти, опять же, конверты с письмами. Вот я думала, что раскрасить эту марку или нет. Поэтому пишите в комментариях, и, может быть, я раскрашу эту марку. И последний разворот в этом выпуске – это собирай здесь марки для писем. Вот такой разворот получился. Так как у меня марок дефицит, я некоторые марки нарисовала. Например, вот эту с сердечком, вот со звездочкой. Со звездочкой, вот тут с облаком. Но некоторые марки мне я все-таки нашла у себя дома и наклеила вот эту вот почту России. Самая быстрая почта в мире. Птицам я покупала вот в магазине. Ну, в общем, вот. Еще наклеила наклеечку вот с голубем. И нарисовала письмо и почтовый ящик. Мне кажется, тут это будет уместно. В общем, вот такой разворот получился. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и также подписывайтесь на мой канал. А также, чтобы быть первым в комментариях и первым смотреть мои видео, то нажимай на колокольчик возле кнопки подписаться. Всем пока!